Вы смотрите канал Китай Покупай. Друзья, всем привет! Вы смотрите подборку из 10 интересных и полезных находок с AliExpress для мужиков. Ссылки на все товары из данной подборки будут в описании под видео. Всем мужикам советую подписаться на мой Telegram, где я ежедневно публикую крутые находки для автомобиля, инструменты, полезные гаджеты и девайсы. Ссылка на Telegram также будет в описании и в подсказках в правом верхнем углу экрана. Начинает нашу подборку умный биометрический замок. Он является надежным устройством для безопасности дома, офиса, отеля, хостела и так далее. Управлять замком можно в любом месте со смартфона. Можно просматривать время ухода и возвращения домой, давать доступ друзьям или родственникам и наоборот блокировать в случае необходимости. Также можно проверять статус входной двери, то есть контролировать ее открытие и закрытие. Открывать замок можно несколькими способами: с помощью пароля, отпечатка пальца, пластиковой карты, телефона, либо обычного ключа. Удобный и качественный органайзер. Этот стильный саквояж является идеальным решением для хранения и упорядочения вещей в багажнике автомобиля. Он легок и прост в использовании, благодаря липучкам быстро собирается и разбирается. Выполнен из черной искусственной кожи с красной декоративной строчкой. Имеет центральную съемную перегородку и внутренние резинки для фиксации различных предметов. Также есть боковые ручки для удобной переноски. Многофункциональный карманный мини-нож, который в дополнение к традиционному лезвию имеет открывалку для бутылок и ключи, проушины в ручке. Благодаря небольшим размерам и весу он легко поместится в вашем кошельке или даже в небольшом кармане. После складывания режущая кромка надежно спрятана и закреплена в рукоятке. Такой ножик может использоваться как брелок для ключей. Смарт-часы со встроенной Bluetooth-гарнитурой. Сами часы по функционалу не уступают большинству современных умных часов. Они могут считать шаги, калории и расстояние, измерять частоту пульса, уровень кислорода в крови, отслеживать сон и даже измерять температуру и артериальное давление. При сопряжении со смартфоном часы будут принимать уведомления о входящих звонках и сообщениях. Комплектные наушники обеспечивают высококачественный звук. В них используется 6-миллиметровый динамик и динамические драйверы, позволяющие воспроизводить глубокие басы и высокие частоты. Аккумуляторный электролобзик. Он предназначен для распила древесины, ДВП и ДСП, а также пластмассы и металла при выполнении ремонтных и столярных работ. Инструмент комплектуется бесщеточным двигателем, развивающим скорость на холостом ходу до 2800 оборотов в минуту. Также предусмотрена система быстрой замены режущего полотна. Поставляется лобзик вместе с параллельным упором, пилкой по дереву и металлу, шестигранным ключом и зарядным устройством на 21 вольт. Можно заказать с одним или двумя аккумуляторами, либо без аккумулятора, если у вас есть макитовские, которые к данному лобзику подходят как родные. Современный потолочный светильник с вентилятором. Идеальное решение для любого помещения – спальни, гостиной, детской комнаты, дачи, дома и офиса. Вентилятор имеет три режима интенсивности. Подсветка может менять яркость и цвет от теплого до холодного. С помощью изменения направления движения решетки можно менять направление потока воздуха. Управлять работой всего девайса можно со смартфона при помощи фирменного приложения. Оно позволяет переключать режимы, а также выставлять таймер автоматического выключения.
индикатор напряжения, который позволяет бесконтактным способом просто и быстро определить наличие электрического тока и уровень напряжения в проводах. Инструмент имеет два режима работы – автоматический и ручной. Диапазон определяемого напряжения от 12 до 1000 вольт. Обнаруживает переменный и постоянный ток. Есть цветовая индикация и звуковое оповещение. Прибор идеально подходит для поиска обрыва скрытой проводки, например, в стене. Стильный однолямочный мужской рюкзак, который удобно носить на спине, спереди перед собой, как нагрудную сумку, или же просто на плече. В рюкзаке с легкостью можно разместить бумажник, телефон, планшет, зонт, бутылку воды, различные документы, а также другие не слишком габаритные предметы. Аксессуар выполнен из натуральной кожи, подойдет для прогулок по городу, поездок и путешествий и станет незаменимым помощником для своего владельца. Рыболовная мини-сеть с кормушкой. Ее можно забрасывать как вручную, так и с помощью спиннинга. При достаточно компактном размере она сочетает в себе все прелести ловли с поклевкой. При этом улов не зависит от интенсивности голода у рыбы. Рыба может попасться, только подойдя понюхать прикорм. Также данная снасть безопасна для детей, поскольку лишена острых крючков. При этом ребенок все равно будет рыбачить и радоваться улову. Велосипедные очки со сменными линзами. Они отлично адаптированы для защиты глаз от ультрафиолета, осколков, грязи и пыли. Очки ударопрочные, имеют регулируемый размер, а также сменные линзы. Такие очки отлично подойдут в качестве солнцезащитных очков для всех людей, ведущих активный образ жизни. Например, охотников, рыболовов, скалолазов, автомобилистов, мотоциклистов, велосипедистов и так далее. Друзья, на этом у меня все. Если это видео было для вас полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые интересные подборки. До встречи в следующих видео.